Всем-всем привет! С вами снова Татьяна. И канал мой называется Татьяна Беликова. Сейчас я вам покажу распаковку посылки с Василька. Наш любимый Василек прислал на обзор мне посылочку. Посылка этот раз, девочки, задержалась. Она пришла 4 числа во Владивосток. И до вчерашнего дня гуляла по городу. С одного СДК в другой. Ну, хорошо. Вчера я ее получила, наконец-то. И давайте ее посмотрим. Вот такие два полотенчика пришли. Полотенце Туркменистан. 430 грамм на квадратный метр. Розовая пудра называется. А размеры, девочки, 40 на 70. У меня их пришло 2 штуки. Цена полотенца 91 рубль. Вот такой, девчонки. Мягкое. Полотенце я уже использовала, стирала. Ничего не скатывается. И они мягкие и приятные в употреблении. Ну, в обиходе хорошо девочки впитывают. Вот. И цена 91 рубль. Размер, я вам сказала, 40 на 70. Цвет такой красивенный, правда же? Красивый. Маску мне прислали. Вот такую масочку. Ну, это шьют. Это они шьют маски. Но у нас пока не носят маски. Затем, девчата, прислали пододеяльник Политекс апрельские цветы. Так, сейчас я вам скажу сразу. Двухспальный, и цена его 734 рубля. Вот такой. Сейчас мы откроем и будем его смотреть. Вот такая этикетка, девчонки. Ну, так. Двухспальный пододеяльник. Ага. Вот какой красивый. Мне нравится. Ой, девочки, смотрите, какая. Сейчас я наклоню немножко камеру, чтобы вам было видно, мои хорошие. Глядите. Вот такие вот цветочки. Новым запахло. Вот цветы, видите? Вот такие. Здесь я заказывала без этих замочков, но есть и с замочками. Видите, я взяла без замочка. Я не люблю замочки, девочки. Вот так. Это низ в ногах, а это вот как бы сторону головы. Вот такие цветы. Обратная сторона, девчата, вот такое. Вот такая вот ткань. Вот. А эта сторона, вот такие цветы. Мне нравится. Это я подарю для зятя. Темненький поддеяльничек брала для нашего Кости. Ну и цена, я вам сказала, 734 рубля. Недорогой, двухспальный, девчата. Швы у них все хорошие абсолютно. Еще один пододеяльник Поплин. Так, Бетти. Тоже двухспальный. Размер 178 на 215. Вот такой, девочки. Сейчас будем раскрывать. Будем раскрывать. Цена такая же. 734 рубля. Сейчас я раскрою. И вам его покажу. Так. Смотрим. Двухспальные. Мы с Верой полуторками пользуемся. Но а дети мои, они пользуются двухспальными. Здесь, девчата, одна сторона, смотрите, горошек, симпатичный. А вторая сторона,
Вот такая, как квадратики. Мне нравится. Классная. Вот. Это у нас что? Поплин? Ну, девчата, такой приятный он. Приятный. Я уже поплин заказывала, стирала. Ничего, он не закатывается, не скатывается, не садится, не линяет. Я уже показывала, девчата, постельное белье и в процессе стирки, и на веревке на улице, как оно сушится у меня. И после стирки показывала. Белье не деформируется. Ну, симпатичное, правда же? Это я тоже заказывала для Кости. Вот у него диван большущий. И вот такие они расцветки любят. Вот. Следующее постельное белье. Двухспальное. Так. 120 грамм на метр. Без девочки, бабочки. Без молнии. Вот такая вот. Вот такая вот постелька. Видите, бабочки какие. Ну что, сейчас я вам скажу цена. Так. Еще бы найти. Мои глаза меня подводят. Так, бабочки. Так, 120 грамм на метр, бязь. Двухспальная, без молнии, девочки. Цена этого комплекта 1128 рублей. Ну что, открываем. Открываем, девчонки. Заклеено хорошо. Сейчас, девчата, открою. Сейчас, мои хорошие. Красота. Сейчас, девчата, вытащу сначала. Вот у меня сегодня мало места здесь. Вот такая вот наловочка, смотрите. Красота. С этой стороны вот такая. Бабочки. Вообще красивая. Девочки, все пошито. Вот такие вот шовчики. Смотрите, все оверложено. Вот, видите, верлок? Вот оверложено, ну вот, и прошито. Претензий к пошиву абсолютно нет. Запах у наволочки мне вообще нравится. Вот такой вот высокий, видите, какой запах. Наволочку туда засовываешь, подушку, что не выглядывает подушка и не выпадает с наволочки. Сейчас я вам вторую покажу. Так. Вот такая красота. Красивые бабочки. Веселенькая такая расцветка. Шикарная. Спасибо Васильку. Вот сколько захожу на тот сайт, девчата, такое разнообразие расцветок. Есть постельная на любой кошелек. Есть дешевое, есть подороже, есть дорогое. Все зависит от ваших вкусов. Какое хотите, выбор есть. Выбор только за вами. Вот такая простынь. Смотрите. Ой, какая красота. Вот тут вот бабочки. А ну, как бы это в ногах, да, девчонки? А это вот как бы в голову, ну, в голове. Классная. И просто не классные. Широченные. Не знаю, девочки, у меня не жамкается. Я стираю на 30 градусов. 800 оборотов отжим на полчасовой стирке в машинке. И с бельем этим ничего
не происходит. Оно вот как было, как новенькое. Я вот недавно стирала, постель меняла, и вам прям показывала в своих влогах, что с постелью от Василька, ну, ничего не происходит. Оно в хорошем состоянии, понимаете? Ну и приятно спать, когда постель красивая. Она радует нас. Сейчас, мои хорошие, я разверну под одеяльник. Так, как же вам показать? Вот эта верхняя часть, смотрите, какая веселая. Ну, бабочки, наверное, останутся вере моей. А вот это ближе к ножкам, видите? Вот такой вот. Вот такой красоты, девочки. Это просто что-то с чем-то. Сейчас как-нибудь подальше поставлю. Девчат, мало места сегодня у меня. Мало места что-то не хватает. Вот такая красотища. Спасибо любимому Васильку вот за такую красоту. Вот этот комплект, это будет верен. Расцветка такая шикарнейшая, просто шикарнейшая. Мне очень нравится. Тоже без замочков, девочки, без замков. По пошиву, говорю, претензий нету. У них все швы. Так. Под одеяльники вот тут. Вот такой вход. В ногах, девочки. Не сбоку, а именно в ножках. Мне вот этим и нравится. Прошито очень хорошо. Вот очень. Ну и цвета шикарные. Просто шикарные. Не могу налюбоваться, девочки. Сейчас я вам покажу еще вот эту красоту по низу под одеяльником. Смотрите. Вот такая красота. Разве это не красота, девочки? Можно и в подарок. Вот не стыдно будет подарить, допустим, комплект, да? Детям, родственникам, близким, знакомым. Поэтому я оставлю ссылочку на сайт, под видео будет. Проходите, кого что заинтересовало. Там не только вот постельное белье, там и подушки, и одеяло, и матрасы, девчата, и наволочки отдельно, и простыни отдельно я вот заказывала. Потом одежа есть для женщин, для мужчин, для детей. Выбор огромный, огромный. Второй комплект поплин. Так, презент. Сейчас я вам скажу. Тоже цена 1153 рубля. Вот такая, девчата, клеточка. Но я его не буду раскрывать. Хорошо? Это я подарю для своей Наташи. Вот такой комплектик. Она не любит со всякими бабочками. А мы любим с Верой, чтобы были бабочки, ромашки, такие яркие цвета. Я даже вижу все яркое. Вот яркие цвета обожаю. Они любят такие вот постельные. Вот клеточка. Это для Наташи. А те вот два пододеяльника. Это для Кости. Вот такой вот комплектик. Девочки, шикарный. Просто вот шикарный. Ну и хлопок бязь. Двухспальная мазурка называется. Так, 1128. Вот такая ромашка, девчата. Ну, это будет мой. Ромашка будет для меня. Шикарный тоже комплектик. Давайте я открою, и мы его посмотрим. Я вот такие расцветки просто обожаю. Яркие, красивые, девочки. Так. Ну, оно прям вот тяжелое, вот это белье.
постельная, прям тяжелая, девочки. А у меня такое уже, по-моему, было. Да. Сейчас, мои хорошие. Вот пододеяльник. Пододеяльник. Вот такие ромашки. Да. Красота. Ой-ой-ой, какая красота. Смотрите. В такой постели очень приятно спать. Глядите, девочки, вот поближе. Очень красивая. Ромашковое прям поле. Летний-летний этот комплект. Но это я оставлю себе. Для себя любимой. В этом комплекте, девчата, вот такие наволочки, нежнятина. Прям вот нежный-нежный цвет. Смотрите, и солнышко, ромашки. Напоминает солнышко. Мне очень нравится. Вообще и цвет такой красивый. Все прошито, девчата. Все вот швы, я все уже проглядела. Вообще замечательно. Смотрите, как прошито на совесть. Один ряд строчкой, потом все оверложено вообще. И вот запас для подушки вот такой глубокий. Вот запах. Подушка накрываться. Вообще шикарный комплект. Мне очень-очень нравится. Вот это комплект, это будет мой. Это будет для меня и такая же, как наволочки. Простынка. Нежная, принежная, девочки, смотрите. Вот. Вот это вот все. Такая красота. Так, так, так. Комплект 1128 рублей. Спасибо нашему Васильку. Девчата, кому понравилось, заходите внизу слово под видео еще. Нажимайте на это слово, там будет ссылочка на магазин. Проходите, смотрите, выбирайте. Покупайте, девочки. Себя нужно радовать. Я люблю постель именно вот цветную. Мы в советском периоде времени наспались на белом. И белую постель я сейчас, ну, не хочу. Мне нравятся именно вот расцветки яркие, чтобы они были веселые. Знаете как, вот помыться, лечь в кровать и почувствовать себя королевной. Поэтому, девочки, ссылочка, еще раз говорю, будет внизу под видео. Огромное-огромное спасибо нашему любимому Васильку за такую возможность приобрести столько постельного белья. Я говорю, там и подушки, девочки, и одеяло. Я заказывала одеяло. Одеяла есть теплые, одеяла есть легкие, разные. А какие пледы, девочки? Пледы просто шикарные там есть. И велюровые, тоненькие, и такие вот пушистые, я Вере заказывала. Очень классный плед. Поэтому проходите, проходите, смотрите, выбирайте. Ну вот посылка шла, конечно, в этот раз долго, но не пугайтесь. Это, видать, сейчас многие мне писали, что и с пряжи, и с Алиэкспресс, везде задержка идет по почте. Наверное, все же вот это связано с нашими обстановками сейчас в стране, что коронавирус, заболевания идут. Я думаю, что так. Ну а на этом, девчата, я с вами буду прощаться. До новых встреч. С вами была Татьяна и наш любимый Василек. Всем пока-пока.